завтрак в ресторан. Сейчас мы здесь, у нас чай, кофе. Доброе утро. Так, водичка сладкая, простая. Там у нас яички жарят. Так, здесь у нас овощи синие, очень вкусные запеченные, пюре, сосиски с овощами, фасоль, и молоко здесь, кашка с молоком. Так, дальше. Резанные все овощи. Морковочка, капусточка, огурчики, перчик. Доброе утро. Сыр, творог специями разными, куркума, еще там что-то, колбаска соевая. Так, и очень много булочек. А, даже пудинг какой-то. Булочки с корицей, с кунжутом. Простой хлеб булочки. С кокосом, с вареньем. Лепешки. Такие классные. Вовнутрь можно ставить и творожок, и колбаску. И еще халва кунжутная, варенье, черный мед. Вот, столовая. Такие у нас тут красивые столы с белыми скатертями. Ребята разносят подносы, кофе, чай, водичку. Так, у нас обед. Обед, значит, чай, кофе, водичка, как всегда, потом курица, чикен, да, чикен, потом идет, ага, овощи парные, это шпинат с вермишелькой, рис, ага, супчик, да. Спасибо. Так, теперь здесь у нас нарезка овощная. Соленье там есть, да? Соленье. Цветная капуста, такая капуста. Морковочка тертая, перчик. Перчик сильный, перчик слабый. Пирожные, желе, гуавы. А, уже желе вишневое. Ну, это конец. Конец обеда. Уже конец обеда. Все. Добрый вечер. Снимаем ужин. Так, тут у нас, как обычно, салаты разные. Бурячок тертый, морковочка, соленья, лайм, огурчик, капусточка. Сладости, банан с клубникой, пастила. Не, Жене послать. Так, тут у нас апельсинчик, хлебушек, пицца, хлебушек. Здесь у нас вермишелька дальше с подливкой. Вермишелька. Так, что тут еще? Что тут у нас? Чикен. Синими картошечка запеченная. А, вот здесь там рыба, а здесь курица. Так, что тут? Ага. Фасолька. Фасолька. Овощи. Не-не-не. Рис. И супчик с
супчик двух видов. Двух видов супчик.